Привет, меня зовут Раиль Арсланов. Ты наверняка уже видел мои веселые музыкальные выпуски чат-рулетки на основном канале Хижина Музыканта. Гитарист поет любую песню в чат-рулетке. Так вот, на этом канале прямо сейчас ты увидишь неизданные реакции, не вошедшие в основной выпуск. Очень хочу, чтобы ты подписался на мой основной канал. Этому каналу уже 10 лет. Он настоящий олд Ютуба. Обязательно напиши интересный комментарий и не забудь про колокольчик. Погнали. Привет. Привет, наконец-то. Наконец-то? Да. Хотите песни послушать? Да, хотим. Ну ладно, для вас есть одна песня. Давай. Такая ж ты страшная, я такая. Нет уж, чего, я не буду обижать. Очень хорошая песня. Твоя нежная походка и красивые глаза, своей милой улыбкой ты свела меня с ума. Даже взгляд был хрустальным, как прозрачная стрела. Родилась ты как дева под созвездием Стрельца. Я тебя заклинаю, посмотри мне в глаза. Может, ты в них увидишь, что они говорят. Может, ты в них увидишь, что там в сердце моем пламя душу сжигает красным ярким огнем. Знали или не знаете такого? Да. Давай еще, пожалуйста. Привет. Привет. Как дела? Что такие красивые, сидите, веселые. Дома. Спеть вам что-нибудь? Давай. Что умеете? Ну так-то много всякого. Назовите какие-нибудь три песни. Надеюсь, совпадет что-нибудь спою. Давай лучше сам. На свой выбор. Что, нету в голове песен? Вас же вас трое там. Могли бы придумать что-нибудь. Сияй! Сияй? Да. Давай. Сияй, сияй, из твоих тел во тьме увижу не я. Сияй, для меня боль убитый мотив. Я за тобой по пятам, ты от меня не улетай. Просто сияй, просто сияй. За тобой по пятам, ты от меня не улетай. Просто сияй, просто сияй, сияй. Классно поешь. Нормально? Да. Приветики. Привет. Как дела ваш? Все хорошо, что играть будешь? Ну, смотря что любите. Все любим. Все? Угу. Ну, давай, вот это. Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. Если тебе будет пусто, не забывай меня, не забывай меня, не забывай меня, не забывай меня. Круто. У тебя очень красивый голос. Давай еще что-нибудь. Понравилась эта песня, да? Ну, в смысле, попал под запрос или что-то другое? Да, услышать? Да, хорошо. Чё? Привет. Поставь нормально камеру-то, ё-моё. Дайте его! Ты его знаешь! Ты его не знаешь? Ты его не знаешь? Ты серьезно его не знаешь? Кто это? Хижина музыканта. Я по его видосам тупо научилась на гитаре играть. Ну чё ты так камеру ставишь, я тебя не вижу толком. А потому что телефон на зарядке. Да. А-а-а, лень держать. Попроси. Ты сыграй на гитаре, пожалуйста. Чё сыграть? Медлячок басту. Давай. Это у меня плохой интернет или у вас такой? А, наверное, у нас. Жаль. Давай. Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот 18 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре
не сыгрался, наша школа сошла с ума от этой новенькой. Мой класс она зашла, и сразу понял я, и купидон мне сердце не стрелу, я дала пулю. Сказал, наши классные детки, знакомьтесь с Юлей. И вот я словно тень плетусь за Юлей, амурный хлюпик, подойти боюсь я к Юле. Вдруг меня она не любит, а друг другого любит Юля. Любит не меня, и в мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия. Классно, спасибо. Спасибо. Ты типа тоже умеешь играть, да? Ну так. А сколько тебе лет? 18. Врешь? Нет. Нет? Почему? Не знаю, тебе младше кажется. Ты на меня не подписана в Инстаграме? В Инстаграме нет. У меня брат на тебя везде просто подписан. А, он тоже играет. Все, сейчас. Давай. До трех прям пошло. Че? Ладно, спасибо, что послушал. Давай. Привет. Привет. Люблю, когда играют. Да. Ну, давай тебе эту спою. Типа старая песня. По ресторану называется, знаешь? Давай. В дымном плену, в угаре пьяном, жизнь моя пошла по ресторанам. Грустный саксофон тоску нагоняет, и твой образ предо мной всплывает. По ресторанам тебя ищу, тебя забуду. По ресторанам тебя найду и потеряю. По ресторанам. Умничка, вообще классно. Понравилось? А ты где-нибудь, ты просто для себя или где-то выступаешь? Ну, сейчас-то уже негде выступать, а так в ресторане пел раньше. О, а с какого ты города? Казань. Казань? Я с Ростова. Сыграй что-нибудь, пожалуйста. Сыграть? Да. Нам один сыграл, который даже аккордов не знает. Вам такой попался? Да. Ну, назовите три какие-нибудь песни, и я одну из них точно спою. Давай «Гречка, люби меня, люби», допустим, потом что еще? Что еще? Давай ее, «Люби меня, люби». Ну, давай. Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай, я умоляю. Люби меня, люби. Так, да? Классно. Круто. Спасибо. Че, вы в школе или где сидите? Да. Мы на работе сидим. В таком возрасте уже на работе? Она по 18. Мы на практике. По 18. Охранниками работаете? Ну, у меня просто футболка. Смотри. Ах, ты засранец, куда смотришь, да? На стуле. Типа, а, кстати, можно такой нескромный вопрос? Ты сейчас, типа, стримишь или ты это на будущий выпуск делаешь? На будущий выпуск всякие снимаю. Я же никогда не стримил, ты же знаешь. Блин, это ж, типа, проблематично. Ну, типа, выпуск снять, это капец сколько времени. Ну, часов 5, наверное, да, сидеть на... Да, там еще всякая неадекватная тема там. Типа, еще знаешь, как бы, типа, сыграть что-нибудь, такой начинаешь играть, и они такие... Да. Это вот такая вот забавная тема. Вот такие моменты бывают, перегораешь, короче, как ты устаешь от этого всего, прям, потому что очень много сил уходит. Согласен, да, но и деваться некуда, что еще делать-то, если не это? Прям офигенный вопрос, как ты с этим справляешься? Вот ты уже долгое время, по-любому такие моменты у тебя не раз были, мысли были? Ну, по-любому. Были, да, особенно в этом году, наверное, в начале, точнее, этого года. Ну, у меня, во-первых, смена деятельности постоянная, я поснимаю, потом... в качалку схожу, потом почитаю. Ну, у меня вот так, знаешь.
И так как я уже решил свою жизнь связать с музыкой, у меня есть большие цели. Чтобы их реализовать, нужно много подписчиков. Я работаю. Ну нет, на самом деле мне просто нравится это делать. Да, у нас, я, короче, в кружке даже там, когда был, у нас, короче, скидывают твой видос такие. Вот годный ролик, как, типа, научиться петь. Да? Да, это прям старый видосик, и там прям, короче, у нас ребята, типа, по твоему видосику, типа, вокал учились. Это вообще круто. Огромное спасибо тебе за просмотр. Если понравилось, не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал Раиля Арсланов, а также на основной канал, где ты всегда сможешь увидеть разборы песен, каверы, чат-рулетки. Если ты также хочешь играть на гитаре, как я, вот уже загорелся, хочешь играть, петь любимые песни, звери, ДТТ, Сплин, Нилетто, Макс Корж и все-все-все другие песни, то я тебя этому могу научить. Спускайся в описание. У меня есть мои самоучители по гитаре и по вокалу, а также наша школа гитары и вокала, где мои кураторы проверяют тебя, твои домашние задания. Ты обучаешься в онлайне. И все это в домашних условиях. Очень удобно в реалиях современного мира.